Можно вырезать, допустим, одно красное, другое желтенькое, только чуть поменьше и приклеить на красное. Да. Так это вот. Резинки. Угу. Крутяк! Будем играть в прятки. Ага. Нашли меня! Думаешь, что у нас еще и курица здесь живет? Всем привет, ребята! И сегодня мы с Ксюшей попробуем снять для вас влог. Мы недавно только пришли со школы и сейчас будем кушать, а потом опять в школу. Я сейчас сижу и пишу вот в такой пропасти. Учусь писать на русском. Так, а сейчас пришло время обедать, и вот у нас супик. Сейчас мы покушаем и пойдем в школу. Ну что, приятного нам аппетита! Ну что, мы уже пообедали и теперь собираемся в школу. Конечно же, мы камеру не будем, мы не будем брать в школу. Это нам нельзя. Поэтому увидимся, когда вернемся из школы. И снова всем привет! Вот я и вернулась со школы и делаю мои уроки. Мне нужно доделать мою работу, которую я не закончила в школе. Сейчас я приклею вот такой текст. Вот. И у меня есть еще один. Ксюша, дайте, пожалуйста. И вот я сюда приклею. Вот она вот такая. Щипит. Вот так вот. Так. Потом складывать. Так. Тут еще. Потом еще раз складываю. Тут еще. Закрываю. Тут еще. Закрываю. Тут еще. И все. И так. И потом. Потому что он такой толстый и не закрывается. Еще не повыпадывали стразики. Но одного не было уже. Удобный такой пенал? Просто с этими. Это когда у меня была резинка на карандашах. Только он грязный, по-моему. Пыльный. Как будто так неудобно себе доставать. Вот почему я сняла резинку. И теперь удобней. Угу. Мороженое. Стоит. Вот я все закончила. Угу. Понятно. Смотри, он тут, кот говорит тут. То есть придумай что-то новое, чем. Знаешь, был такой вопрос. Я просто заметила, не знаю, видела ты или нет. У тебя писали в ТикТоке, когда ты снимала видео, у тебя там что-то во рту было. Да. Так это вот. Резинки. Так вот, там, значит, спрашивали, писали, а что у тебя брекеты? Так что у тебя там было-то? Это резинки. Какие резинки? Нормальные резинки. А зачем ты это делала? Чтобы закрыть вот это. А ты думаешь, тебе резинки помогут, чтобы у тебя щели ушли? Не знаю. Зуба. Так вот, ребят. На самом деле Маргарита не носит брекеты, у нее их нет. Она где-то увидела. Какая-то девочка надевала, да? Какая-то девочка, да. Ты же мне говорила, помнишь, ты видела то ли в мюзикле. Не знаю, да, наверное, да. Ты мне говорила, я помню, что девочка надевала резинки на зубы, как это, как сделать брекеты самим из резинок, да? Да. Что? Ну так тебе помогло? Ну да. Сколько ты дней носила? I don't know. Не знаю. Ну покажи, у тебя щель ушла? Нет.
Ну, так у тебя посерединке меньше же стало. Маргарите, Маргарите было скучно. Ну зачем резинки? Для этого специальные брекеты надевают, резинки какие-то, может там во рту у тебя. В общем, нужно к зубному сходить и спросить, да? На этот сходить, на осмотр, чтобы он тебе посмотрел и сказал, нужно тебе или нет. Понятно? Кружок нужен. А как ты вырезать его будешь? Смотри, вот. Мам, я так хочу такую вот. Да! Сейчас я его выберу. Теперь мне надо его. Сейчас я рулю. Нет, я сделаю два. А? Я же сделаю два. Угу. Вот я хотела сделать вот такой вот пакетик с сердечками. А! В открыточку. Ну что там у тебя? Я делаю вторую открытку. Вторую, а первая где? А, вот она. Так нужно с другой стороны заклеить. Сейчас, мам, сейчас я ее накручу. Да, ты уважай ее папы. Сердечко накручивается. Я? Но. Я ее сейчас хорошо закручу. Балеринка? Чтобы было видно. Смотри. Каролина? Каролина балет. Раз. И она крутится. Угу. В общем, его нужно закрутить. Сейчас я еще раз попробую. А когда кто-нибудь откроет эту открыточку, сердечко будет крутить. Крутяк! Внутри какие-то звездочки. Ты еще не подписала? Да. Я не знаю, как сделать. Можно вырезать. Допустим, одно красное, другое желтенькое, только чуть поменьше и приклеить на красное. А нам, и написать. Вам нужны эти? М? Нужны эти? Нет. Рита решила сделать, ну, такие просто сердечки вот. Такие вот. И она напишет каждому мальчику. Просто как однокласснику. Не потому, что она там влюбилась там или еще что-то, просто как однокласснику. Потому что она думает, что вдруг кто-то, да, вдруг кто-то не получит, чтобы не было обидно. Поэтому она сделает каждому мальчику. Так, мальчиков-то у вас много. Только чуть-чуть клеем мажь, ты прям сильно так. Буквально точечки поставь и все, а то прям она смотрит. Смотри, у тебя аж прям все это свернулось. Маргарита решила написать каждому мальчику комплимент. Например, одному мальчику она написала, ты очень хороший в математике. Кто-то там, может быть, кто-то добрый, кто-то веселый. Что-то еще там. Кто-то вежливый. Ну, в общем, Маргарита напишет всем. И Ксюшка тоже еще не доделала. Ей нужно сделать мальчику, потому что Ксюша вытягивала бумажки. В общем, одноклассники вытягивали каждый по бумажечке, кто кому сделает валентинку. Тоже, как бы, чтобы обидно не было, если кто-то не получит. Это ты что? Ты хорошо играешь Футбол, да? Футбол, да. Угу. Теперь что? О, я знаю, кто. Так, уже второй мальчик. Сейчас будем играть в прятки. Ага. Вы будете считать, а я прятаться. Ага. Ага. Считай. Считаю. До скольки? До 20? Ты будешь их искать? Да. Туда до спрячься? 10? Спрячься? До 10? Нет, до 20 считаю. Хорошо. Они долго будут прятаться. 20! Я иду! Они спрятались? Да, спрятались. Так, где мои малыши? А, вот ты где!
где? Давай. Нашла я тебя. Пошли Макс искать. Максик. Макси, ты где? Спрятался. Очень хорошо, да. Я вижу. Вот, наверное, тут. Нет. Не тут. Где? Тут? Внизу? Ку-ку! Привет! Давайте, теперь вы. Спрятались. Сейчас. Привет, папа. Ксюша в телефоне сидит. Будешь играть? Смотри. Что? Мастера. Я там наверху еще есть. Ты что, во что играешь? Я для мамы. Я наверху делала комнату. Папа, что принес? Мам, я шарю. Почему два папа купил? Потому что вы вчера за один съели. Вы вчера съели один пакет за 5 секунд. Поэтому папа уже два принес. Я просто обожаю их. Жаль, когда я лежала на кровати. Неудобно лежала? Да, я хочу красивее. Это такие эти колечки на зрачках. Да. Атлант. Это же как я с деревьями делаю плакат. Мне Маргарита! Маргарита, ты сейчас постель измажешь. Я не буду ждать, пока выйдет. Давай, жди, пока он высохнет. Это круто. Накрасила язык? Давайте еще накрашу. Это шнур ахца. Окей, это шнур ахца, брев. Что, мама? 18? Мне только 18. Пока! Я хочу пить. О, шо это? Нет. Мама! Убирай лак. После завтра какой? 15-е. Поздравляю всех с Днем Святого Валентина. Я тоже. Да. Тапочки снять! Малейко! Малейко! Нечего делать всем жрать. Малейко! Малейко! Я так, да? Да? Вот где? Так, все, Малейку выключай. Вот, правильно, молодец, выключаем. Всех с праздничком, всем пока-пока. Хватит уж кудахтать. Да, вчера соседи думали, что у нас кроме четверых детей еще макака здесь, а сегодня будут думать, что у нас еще и курица здесь живет. Короче, они это...
Они подумают, что мы точно сумасшедшие, еще и зверей заводим. Нам четверых детей мало, мы еще макаку с курицей завели. Че? Макушка болит. Макушка болит? Курица в одном. В мире животных. Спокойной ночи. Пока.